Всем привет! Вы на канале Ананас Ленд. Только самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Сотрудник департамента кинематографии, допустивший ошибки при оформлении документов, что привело к разрешению проката фильма «Искушение» в России, уволен. Минкультуры сообщили, что выявили нарушения в действиях сотрудника, оформлявшего документы. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму «Искушение». По итогам проверки сотрудник, допустивший халатность при исполнении должностных обязанностей, был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ был объявлен строгий выговор, говорится в сообщении ведомства. Фильм «Искушение» снят в 2021 году режиссером Полом Верховеном. В фильме присутствуют эротические сцены и однополые отношения. А что вы думаете по этому поводу? Напишите комментарии, нам интересно ваше мнение. А я напоминаю, вы смотрели «Ананас Ленд». «Ананас Ленд» – ваше ананасовое настроение. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Пока-пока!